Ой, понимаю, спасибо, так сказать. А, за то, что... это я стал, извиняюсь. Шел вон, псина. Ребят, всем привет, с вами, как обычно, Паша Клэнси. У нас сегодня очередная серия по GTA 5 RP. Мы здесь выполняем контрактики, в принципе, немножечко где-то рофлы какие-то есть, допустим. Ладно, вы это просто все увидите в ролике. С вас лайкосики и подписочка, и также пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть. И если вы хотите вступить в мою банду, то внизу в описании есть Discord нашей банды. И также есть ссылочка на саму GTA 5 RP. Также не забывайте подписываться на мой Instagram, еще у меня есть мерчага вот такая классненькая. Поэтому, если вы хотите тоже такую футболочку, сейчас очень большие скидки на нее. Пожалуйста, проходите в описании, там мерч написано, короче говоря, заказывайте. Мы приступаем к ролику. Бас-бустер включил. 12%. Слушай, ну за одну ходку 12% это очень даже, ну, типа, не... А, вы контракт делаете? Да-да-да. Да-да-да. Прикинь, он так вот 12 человек катается, это же, блядь, можно... Два сакинга, причем, представляешь, так ездят? Это вообще изи. Все-таки дали, поедай. А дали пятый левел тебе? Да. Наконец-то, давай. Это самое. Где ты есть? Я сейчас заеду тебе. Я у дома. А, ты у меня дома? Так, да. Ну, дом недалеко, сейчас я за тобой заеду. Ой, все, теперь денег почти что нету. Нельзя оплатить дом больше, чем на 7 дней, понимаю, но на всякий случай еще раз оплачу, еще раз, и... Ой, вроде внезапно... добавляли же на месяц. Добавили, это супервипка. Супервипка? Да, нужно будет супервипку. Ну, на месяц, да, будет прикольно. Это не для меня, потому что у меня нет денег на дом вообще. Кстати, самое забавное, что у меня рамки куда-то пропали у машины. Классно вообще. А у меня еще нет номеров, я их не поставил. Классно. На самом деле, можно будет сгонять на бэушку еще Сент Кинги посмотреть. Но я не знаю, где она здесь находится, эта бэушка. Можно зайти в Дискорде канал. То есть там Сент Кинги продают тоже. Черный рынок, да, который вот этот? Ну, не черный, там транспорт есть, ну да. Так, ладно, выходим. Я вам сейчас там лайфхаки покажу, где быстрее там его наносить. Угу. Вы же в курсе, что вы можете в инвентарь еще ложить, да? А каким образом? Да-да-да. Через этот? А мы не положили, кстати, вещи в этот. А кто-то, я вижу, с сумочками бегает. В принципе, еще можно будет сумочками потом, короче, закупиться. Да, одного сумку. Но они довольно дорогие, типа. Ну, что поделаешь, для организации не жалко, так сказать. Ой, блин, в троечка, мне кажется, мы сейчас очень быстро все сделаем. Если бы еще один Сент Кинг был, то вообще забейте. Ой, понимаю, спасибо, так сказать. А, это я стал, извиняюсь. Короче, повесить надо. А что, покажите, осталось что-то или нет? Не-не, ну кто там такой интересный? Извинись, ты аккуратно. Тюнинг, так сказать, постараюсь. Извиняюсь, постараюсь, говорит. Шел вон, псина. Мне больше нравится, кстати, с багажником закрытым, которым, а не открытым. Это в тюнинг ставится. Да мне тоже, я типа поставил, она у меня все равно вот такая вот хуйня. Все, давайте. А я сдал уже все. Я тоже сдал. Ух, так. Вы только что сдали 35 штук. А как сдавать там, на G еще так много, да? Нет, на Y просто. А, это мы сейчас... Нет, ты сдаешь, только водитель может сдавать. Кто за рулем, ты сдаешь. Да, да. Все, потом заработаем на еще один сингинг. Пару дней я себе на рейбл поменяю. Понимаю, блядь, спасибо огромное. Я умер. Ты умер? Чел вылетел. А. Сейчас я медиков вызываю. Так. Я смотрю, что-то тут не хватает. Можно имя, кто это самое умер? Артемий, да? Да, Артем. Я медиков вызвал. Не надо, у меня есть аптечка. А, ну уже поздно. Ну давай. Так что поздно, он что с тебя подъедет. Во. Спасибо. Ой, мне F2 надо мешать. Интересно, почему у меня было пол хп, и я еще отлетел? Хороший вопрос. Странно. Ну, переваливайся. А ни одна не переваливается. О, спасибо. А, не. Так какие-то баги надо, что все сели, давай садись. Если хотите лайфхаки, там вон зеленые сеткинги стоят на въезде, типа. Там побыстрее будет носиться. Ну да. У меня лосося 100 штук почти, я потом возьму контракт, лосось сделаю, когда мы собираемся. Это еще лов, который называется, я понял. Там просто, типа, в основном все его покупают, эту рыбу, да? Ну, типа, 3000 там всего профит, если покупать. Да, если много людей, там вот у нас. И два Сент-Кинга, вот это вообще. Изи. Ну вот они сейчас, кстати, таким образом и делают. Смотрю, этих зеленых два Сент-Кинга, но они по одному носят. Дурой, нормально все. А, понимаю. А, нет, все. Очень странно здесь это все работает, конечно. Ну, в принципе, за часик за два можно, типа, все выполнить. Ну, нормально. Давай так, я сейчас иду родителям помогать, потом к
когда освобожусь, буду набор делать, ну, соберу всех подписчиков, кто там будет. Угу. Поспрашиваю, кто хочет вступить, кто не хочет, и туда уже к вечерку подготовлю всех рекрутов. Ну, да, ты им этот еще сделай, кто он, опрос, психологический тест на РП, вот это вот все. Ну, что в армии, допустим, делают или в других фракциях. Ну, я тогда позову Андрюшу, он мне поможет с этим. Здорово, мужики. Доброе утро. Понял. Ну, в принципе, я думаю, что все довольно-таки классно. Хорошо, что здесь не... Ну, сейчас заделаем, в принципе. Да, сейчас вот одну доставку, потом надо посмотреть. Ой-ой-ой. Сейчас я как раз на офисе посмотрю, что там. О, отлично. Так, 68% вы собрали. А, да, сумма не меняется, значит, это... Нет. Это которое платим, да, чтобы получить его? Нихуя себе, это что тут такое стоит? Тут что-то армейское стоит, пацаны. Это, походу, за Андреем приехали. Там, где амфитеатр. Амфитеатр, я там был, там нету Сент-Кинга. Сейчас можно, я могу подать объявление, что куплю стоковый Сент-Кинг, да, или ФТшный. Лучше ФТшный, конечно. Просто смотри, просто если, ну, когда создаться, ну, будет особняк, то есть надо будет заново покупать из салона автомобили. Я 200 разгонял. Алло. Да, здравствуйте. А это... Слышь, что ты мне звонишь? Алло, да, вас слышно. Как у вас дела? Хорошо. А вы кто? А я вот человек с вами как-то познакомился на больнице, помню. А, я понял. Так, что, чем занимаетесь? Да вот, организовываем свою организацию, так сказать. А, вы еще не организовали? Не, она организована. Вот, сейчас это самое... Люди там потихонечку там собираются. Я понял. А что за организация? Почти как Марс. Ну вот, это самая моя организация, Clans Family, так сказать, контрактики делаем, прочее. А чё, когда кофе там или кто-то зайдёт? Сюда, я думаю, никогда. Почему? Ну они на своих этих округах, так сказать, сидят. На своих плохих серверах, да? У Эмили машина исчезла только что. А нет, вот она, всё нормально. Так, ладно, поехали обратно к офису. Чё здесь, что-то пока что делать нечего. А еще у меня плохое настроение, так сказать, поэтому нужно его улучшить с помощью там пиццы или кока-колки. Когда заходишь на склад и смотришь, выбираешь у нас. Кого? К нам на склад, в организацию зайди, посмотри. Так а ты же можешь вызвать такси, братан. У нас бургеры, если что, там, но. Доведи, пожи, до полиции. Мне немножечко не в ту сторону, братанчик, ехать. Можете дверь открыть, пожалуйста. Что он делает? У нее занимается 309-я, иди репорт, жалоба. Не заводится машина. Бля, очень странно. О! О! Что-то вроде получилось. А у меня, блин, почему у меня нельзя? У меня что, памяти не хватает? У вас не получилось оказать первую помощь? Охуенно. Бля. И что, у меня минус аптечка, да? Да, она минусуется просто, типа, не получается. Не с первого раза тебя поднимается. Мистер Морено, а вас куда надо подвезти? Мистер Морено. Бля, у меня тоже не получилось. Магазин сумок. Пока не пробуйте, может, врач. Вот врач, похоже, блин. Не-не, давай, это давай. А, да, вот едут. Всё. Поздно. Я оказал первую помощь, всё. Подняли. А, смотрите, какая медсестра приехала. Сейчас, она... Там, где полицейский участок, ну, видишь, там есть рюкзачок. А, да, вот. Бля, чё вы не подвёз до полицейского участка, зато другого чела до магазина сумок. Но я этого знаю, мы с ним знакомы, типа. А реально, как-то немного обидно. Ну посмотри, он был тупой, он начал стрелять. Да, довольно странный чел. Типа такой рюкзак. Да, синий такой рюкзачок. А ты шо у него в этом? Обычно, что ли? Типа 30 тысяч? Хуясь. А там дорогие сумки, да. 100 тысяч! Какие-то а там сумочки, есть еще женские сумочки. Какие-то сумочки Dior, рюкзачки какие-то. Ну, а где эти сумки? Ебать, 200 тысяч. Теперь есть. А, кстати, без одежды оно плюс-минус нормально. Не, оно все равно в штаны уходит. Где моя сумка? А, вот она. Здесь тоже контракт. Да, здесь тоже контракты на швейной фабрике есть. Это только те, кто написал организацию в ГОС. Ну, я думаю, что, типа, можно будет, вот, когда реально больше человек будет, типа, в организации, тут просто, когда все будут залетать с этими удочками, то, я думаю, быстро закрываются. Да, ну, можно и покупать, в принципе, рыбу, если надо репутацию сотку, то можно просто ее покупать. Ну, там прибыль будет минимальная просто.
Да, вот, вот в чем прикол, что минимально лучше ж, типа, сейчас на организацию больше денег заработать. Ну что, ребят, вот такой вот получился ролик. Я надеюсь, что вам все понравилось. И последствия троллинга Хайпера я запишу уже буквально завтра, для того, чтобы вы увидели, в какую копеечку мне это все дело влетело. На самом деле, я в минусе где-то на $1 миллион точно, если не на полтора. И здесь эти деньги зарабатываются довольно-таки сложно. С вами был Паша Клайнс. Подписывайтесь, лайкосы ставьте. Список спонсоров сейчас на экране. Огромное им спасибо за поддержку моего канала. Денежкой, да, вот такой вот там небольшой, но все равно. Вот, и с этими спонсорами мы катаем в КС-ку, в Сэндофик, и в GTA 5 RP, и будем в Among Us, если вам интересно. Всем спасибо, всем пока. F9.